рабочим визитом Волгоград посетил генеральный директор Российской государственной библиотеки, председатель секции по международному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда. Перед основным совещанием об итогах и перспективах развития библиотек Волгоградской области гость посетил Мамаев курган, возложил цветы к вечному огню в зале воинской славы и оставил запись в книге почетных гостей на главной высоте России, которая гласит: «Невозможно забыть, в сердце, в душе навсегда, светлая память, вечная слава». Целью визита стала встреча с сотрудниками библиотек, на которой обсудили вопросы развития учреждений, поделились мыслями о привлечении читателей. Площадкой для проведения стала Волгоградская библиотека имени Максима Горького, где для гостя также провели экскурсию. Вадим Дуда назвал 4 составляющих успешной и посещаемой современной библиотеки: востребованные книги, уникальная атмосфера, удобное пространство, большое количество разножанровых мероприятий.